уважаемые гости и жители нашего замечательного города! Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии модернизированного молодежного центра! Всех сердечно поприветствовать лица администрации губернатора Красноярского края, присоединяясь к тем словам, которые уже прозвучали, конечно же, всех жителей славного Канска, поздравить с Днем города, искренне порадоваться. Знаете, для меня это, как, надеюсь, для вас бальзам на сердце, что данный праздник мы в том числе отмечаем открытием модернизированного молодежного центра, который, откровенно говоря, после завершения ремонтных работ, по сути дела, обретает свою вторую жизнь.